гражданин Кудряшов Павел Александрович. Вчера вы были пойманы сторожем Головинского кладбища в 5 часов утра, если быть точнее, в 5 часов утра, 21 минуту, в неадекватном состоянии, с окровавленным ножом в руках. Неподалеку, ко всему прочему, от разрытой могилы некоего гражданина Хмелькова ДП. Рядом еще лежал труп Сергея Николаевича Лисовского. Наш психиатр утверждает, что вы наконец-то пришли в себя и можете давать показания. Не знаю, так ли это. Итак, что вы делали на кладбище? Я убил Сергея, а могилу мы разрыли, чтобы достать бриллианты. Судите меня! Подождите. Как это вы убили Сергея? Вы же утверждаете совершенно обратно. Зарезал. Точно ли это? Точно. Зачем вы пытаетесь меня запутать, Павел Александрович? Я ведь не первый год следователь. Я вижу, как меня пытаются запутать. Сергея проткнуло веткой. Веткой дерева, на которое его бросили. А уже оттуда кровь попала на лопату. Так что нож тут вообще ни при чем. А вы явно путаетесь в показаниях. Нет, я клянусь. Я лично сам его кинул на дерево. Вы явно что-то не договариваете. Говорите правду, гражданин Кудряшов. Мы уже установили, что не могли убить его таким образом, чтобы тело оказалось на такой высоте. Там был кто-то еще. Зачем вы пытаетесь его выгородить? Лучше скажите правду. Мы понимаем, что, скорее всего, то, что произошло, светит на дурку. Вы очень не хотите в дурку. Так ведь? Ваши показания важны. В том виде, в котором они есть. Как бы они странно не выглядели. Хорошо, я расскажу. Я являюсь черным копателем уже несколько лет. Сергей был вторым охранником на том кладбище. Поздно ночью я приехал на предпоследнем поезде метро на станцию «Водный стадион». Далее дошел до входа, где меня уже ждал Сергей. Он сообщил мне, что сунул водку своему коллеге, и тот точно до раннего утра не должен был нас беспокоить. Мы пошли к могиле Хмелькова ДП, в которой, по словам Сергея, у трупа были золотые зубы. Мы подошли, а могила уже была разрыта, а гроб и тело исчезли. А потом... Что было потом, Павел? Оно смотрело. Что оно, гражданин Кудряшов? Что с вами происходит? Это был свет. Стало светло. Это шум. Это свечение. Я видел, как даже мертвые восстали. Я видел, как оно сбросило Сергея с ног. Я видел, как оно. Оно было не из нашего мира. Оно забрало останки Хмелева. Оно сделало это Сергеем. Я лежал, оно смотрело прямо на меня, занесло свою руку и задушило меня. Я притворился мертвым. А еще я слышал, как мертвые разговаривают. Но это было уже, когда солнышко появилось.
все. Ну что ж, дверь закрыта. Товарищ следователь, а к чему этот вопрос? Спасибо за показания, гражданин Кудряшов. Спасибо. А? Что? Кажись, опять галлюцинация. Я ведь опять сам себе предсказываю этот случай полугодовой давности. Хорошо, что я тогда сбежал с кладбища. Эй, в чем дело? Где фонарик? А, вот он. Я даже взял лопату и зарубил ею ворону. Наш патологоанатом... Зачем вы пытаетесь меня запутать, Петр Александрович?